будто шерстит перемен. Это уже было со мной, я уже где-то это видел. Я это раньше наблюдал, как вспыхивал огонь Фемиды и как печален был финал. Кто выше тех, кто выше звезд, что выше нас, не мой вопрос. Зачем? Зачем нам это все? Зачем в груди тупая боль? Зачем вязать и брить под ноль? Зачем? Зачем нам это все? Куда идут грузовики и ровным строем сапоги? И почему на площади все реже смех, все чаще страх? Все реже смех, все чаще страх.